Каргаде дан старт строительству самой крупной в Центрально-Азиатском регионе солнечной электростанции. Она раскинется на 160 гектарах вблизи города Саран. Мощность станции 145 миллионов киловатт в час. Все подробности в нашем материале. Солнце да чистое поле – это все, что нужно для современной ловушки энергии будущего. Сегодня здесь дали старт стройки, а всего через год планируют получить первый киловатт чистой солнечной энергии. Это по праву исторический момент. Самая крупная современная солнечная электроподстанция во всем регионе Центральной Азии раскинется на площади 160 гектаров. Это 225 футбольных полей. Здесь будет установлено свыше 370 тысяч солнечных панелей последнего поколения. Развитие возобновляемых источников энергии. Это поручение главы государства. И сегодня мы в области делаем первые шаги в реализации поручения главы государства. Да, путь был длинный для наших инвесторов. Я хочу пожелать вам побольше солнечных дней. Мощность подстанции свыше 145 миллионов киловатт-час в год. Чистое электричество будет поступать в общую республиканскую энергосеть, снимет дефицит энергии и даст дополнительный толчок развития промышленности региона. Караганда для меня символ трудового и, можно сказать, героического человека. Караганда возникла в 1934 году. А смотрите, в течение нескольких лет она стала самым, можно, вторым крупнейшим городом Казахстана. Атмосфера, которая здесь есть, чрезвычайная. Здесь очень способные люди. Стоимость проекта около 140 миллионов евро. При этом окупаемость всего 8 лет. А срок эксплуатации солнечных батарей – 15 лет. Юлана Чаус, Василий Савкин, Асет Исаинов, Хабар-24, Карагандинская область.